Доброе утро! С вами Сергей Морозов, главный тренер по производственной гимнастике. Сегодня мы приехали в салон красоты. Доброе утро! Доброе утро! Какие больше всего мышцы у вас устают в вашей профессии? Спина к вечеру устает, иногда ноги. Сколько стрижек в день делаете? Очень много. Как вы думаете, для чего нужна производственная гимнастика? Чтобы отдыхать во время рабочего дня, для укрепления мышц. Вот именно поэтому мы к вам и пришли. Мастера этой студии целый день на ногах. И поэтому мы проведем производственную гимнастику. И как всегда мы начинаем с упражнения номер один – это улыбка. И начинаем шаг левый. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Выше ножку и колено вверх. Куда идем мы с пятачком? На месте. Стой. Раз, два. Первое упражнение. Поднимаю колено. Раз. Отвожу назад. Два. Раз, два. И три, четыре. И раз, два. И только ножку назад. И с улыбкой на лице. Давай. Раз. И два. Три, четыре. И еще раз. И два. Три. Достаточно. Следующее упражнение. Ноги чуть шире плеч. Тянем ладонь к носку. Поднимаюсь. Два. И три, четыре. И раз. И два. И три, четыре. Работаем тазом. Раз, два, три, четыре. И веселее. Раз. И два. И три, четыре. Опускаю корпус вниз. Улыбку вижу. Рука наверх. Поехали. И раз, и мельница, и два, четыре, и раз, и два, и три, четыре. Достаточно. Ноги ближе, уже плеч, руки на колени. Раз, и два, и три, четыре. Раз, разгружаем, и три, четыре. Опускаемся максимально вниз, колени прямые, берем за носки и пытаемся подняться, но кисти мешают, не дают. И раз, два, три, четыре. Прекрасно. Упражнение на суставы для вашей профессии. Руки вместе. Кисти крепко сжимаем. Раз, и два, и три, четыре. Большое всем спасибо. И вместе с нами делайте производственную гимнастику. Продлить жизнь суставом помогут таблетки и порошок донор. Длительный прием от 6 недель позволит уменьшить боль в суставах и облегчить движение. Таблетки и порошок Дона сделаны в Европе. Всем прекрасного дня и радостного настроения. И помните, в здоровом теле здоровый дух.